Доброе утро, доброе отец утро. Игнатий. Так, кто вы, откуда? Вот уже слушаю. Я с Германии. Назовитесь, кто вы? Василий Горн. Угу. 20 лет в Германии, приехал из Нижневартовска сюда. В Нижневартовске мой брат был в баптистской церкви. Ну вот сюда мы переехали, он уже больше 20 лет проповедует. Вот, и в этом городе, где я живу, он старший в церкви. Так, я хотел сказать, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, я каждый день вас слушаю. Ну, я хорошо. Каждый день вас слушаю по 10 часов, даже все старое. Прослушал уже. Говорите, пожалуйста. Я очень рад, что я нашел такого человека, как вы, да, очень подробно все описываете и рассказываете. Мне очень жалко, мне не хватает, что мы просто много километров друг от друга, да, або я все слышу и вижу, как вы живете. Если бы я был бы еще бы помоложе, я бы приехал бы жить. Но жизнь идет и продолжается, а старых вам не надо. Вот. Это деревня. Брат у меня ездит, проповедует. Мы говорим о деревне, потому что надо своими силами строить. Это чтобы собрались человек, да, пять, да, мужиков, и чтобы были женаты с ребятишками. Тогда будем разговор вести. Вы знаете, да, да, правила у нас, пять правил. Да, да. Это все знаю, как вы всем отвечаете. Все правильно. Иначе не будет порядка никакого. Да. Да. Я говорю, я очень рад и днем, и ночью. Мать у меня сильно верующая, но мы немцы, мы были как лютеране, да, а Библия, она одна, и разницы никакой нету, какого, ну, как бы сказать, какой ты по национальности, и потом все это переходит, да. А брат мой, он был взрослый, крестился, как и вы, каждый день и каждое утро я слушаю, и вечер. Вот сейчас я на 54-м, на 55-м уже. Сегодня утром 55-е ваше прослушал. У нас она идет, наверное, на один день позже. Не получается так вот каждый день. У вас сейчас 6-е, а вы говорили за 4-е. Видите, чтобы мы, подготовиться когда день вам. Пройдет, к утру закончится поступление писем, тогда мы даем. Получается, мы уже говорим в другом дне, а за прошлый день. А что? Попросили да, люди да. нас так, и мы стали делать. Я многим, вот с кем я встречаюсь, да, мой брат, он не против, о чем, что я слушаю, вот, потому что все одинаково. Я не такой сильный в Библии, и не могу, я верю вам, так же, как и ему, а он мне всегда говорит, ты за себя должен отвечать, читай Библию, все, и ты спасайся. Вот. Но мать меня тоже перешла к баптистам, и она тоже платит каждый месяц десятину, также мой брат платит, но все это в свою церковь, да, как бы у баптистов. Вот. А пришли они в Нижневартовске, мой брат пришел, с другом они ходили по всем, как правильно выразиться-то, мне надо слова найти, по всем общинам, пятидесятникам, субботникам, к мусульманам ходили, и все искали, искали, пока они к баптистам не пришли, и вот с тех пор, мы будем говорить, что 25 лет, наверное, 26-й год, как он верующий. И вот его идет все дальше и дальше. Ну, в Нижневартовске это очень баптистская церковь, сильная. Вот. Ну, не буду больше вас отрывать. Я хотел спросить. Если уж этот... Хотел спросить. Вы да, там да. в Германии-то разговариваете с немцами на немецком языке? Конечно. Для вас это как родной язык? Но я в детстве говорил до 3 лет по-немецки, потом в садик пошел, стал говорить по-русски. Все, и на этом все закончилось. Родители говорили все на немецком дома, но запрещалось же везде на улицах говорить. Вот.
Но это еще 60-е годы, 50-е. Я последний в семье, но я помню все. Вот. Дед по матери был старший тоже при церкви. Он был лютеранин. И вот у меня Библия от его еще есть, ей уже больше 100 лет. Старая, потрепанная, правда. Но я ее никуда не дену. Вот. Конечно, все интересно это. Учебы нет такой, учебы. Потому что у брата в церкви воскресенье богослужение и в среду, сейчас во вторник, разбор слова. Значит, тема дня читают, и тут немцы у них, в этот день к ним немцы приходят, местные. Ну, наши. Не наши немцы, а местные немцы, которые родились в Германии. Они ходят в среду, потому что это на немецком языке, а в субботу, а в воскресенье на русском. И поэтому они не приходят, они же не поймут. Вы где живете? Далеко от города Зонненберга? Зонненберг? Да. Я запишу, я сейчас не могу сказать. Наши там живут, не тоже наши русские, но они там за немку, за немца вышла она. Зонненберг. Вы можете зайти. Какой посмотреть. Большой город, ряд. Он не так и большой. Мы какой были, это большой? В прошлом году были там, позапрошлом, с миссионерской поездкой были, там немцы собирались, русские, я у них выступал там. Это какой? Есть там ближайший большой какой город? Какой город большой рядом? Какой большой дальше город? Сейчас надо мне посмотреть просто. Недалеко от них Нюрнберг. Нюрнберг недалеко? Недалеко. От них мы туда днем ездили в Нюрнберг. Угу. Так я понял. Я жил в той стороне. Да-да. Там это какой-то замок большой на холме. И там музей. Мы в музей ходили. Ну там недалеко, километров, может быть, 25-30 от них. У нас в деревне жили немцы, сосланные во время войны с Поволжья. И со мной учились они в одном классе, Артур Эрлих. Вот. Мы в хороших отношениях были, это один из близких друзей моих был. Я когда-то у немцев в собрании на немецком языке говорил проповеди. Вы же знаете много языков. Ну, много-немного. Теперь еще 52 года назад было. Мне как-то Господь давал так. И потом я ездил, ну, в Латвии был. У нас там Майер была, Маур Лидия. Я ей достал Библию. Тоже старинная, большая книга. Очень толстая. Сейчас не могу сказать, какой год. И она по воскресеньям-то... Немцы разъехались, она одна. Она приходила ко мне домой, и мы с ней вместе пели «Гизангбух». Лютеранские. Да. Ну вот слушаю, я еще слушаю всегда «Эхо Москвы», а на «Эхо Москвы» в понедельник выступает Невзоров. Да. Но я политику люблю всю жизнь. Вот. Мы же очень плохо знаем то, что кому верить. Либералы одно качают на «Эхо Москве» по телевизору. То, что по телевизору, это пропутинское, это другое уже, да. И также Кураева я тоже слушаю. Когда вот сейчас вот последний, который, ну, этот, как он? Вы ушли, у вас ушел экран, вас не видно. Повыше маленько как-то голову, чтобы как-то там настройки. Вот так, вот так. Лучше. А вот вы смотрите, если на нашем видеоканале бываете, зарядите Невзоров. Я там 32 его ролика разбираю. 32. Я их все просмотрел уже. А, вон как. Люди на Новый год пьют, а я сидел днем и ночь на 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. Я сижу уже полгода. Иногда уже, когда ничего нету, ничего не могу, тогда я включаю Солженицына, который вы читаете. И говорю, что всем знакомым, с которыми я общаюсь, я говорю, вот слушайте, хорошие программы. Я говорю, которые выступают, видят, просидели за Божье Слово. Вот. Но раньше я слушал ДФУГ, она тоже на русском языке, тоже радио, баптистское радио. Тоже все по Библии. А вот я не хочу спрашивать, в чем разница, я этого не сделаю. В чем разница
то, что вы, к чему придерживаетесь и в чем придерживаются баптисты. А вы спрашиваете, я отвечу. А я не буду. Брат говорит, мы все по Библии. Но вы же тоже все по Библии. Да. Вот, поэтому я не буду спрашивать, не хочу. Большое спасибо вам все равно. Мы встали с женой 4:30, и пока она-то еще спала час, а я уже сидел, слушал уже. Вчера я 54 прослушал, сегодня 55. Сегодня такое число у нас. Вот, на следующей неделе, если Господь благословит, этот ролик я уже выставлю. Угу. Поэтому, если у вас какие-то будут вопросы, ну, вы можете заходить по Москве с 3 до 17. Ну, лучше с 5 по Москве, потому что мы утром делаем ролик за прошедший день. У меня очень большая почта идет. 1.5 часа утром я сижу, только разбираю ее. Да-да, я понял поэтому. Я очень рад, что у нас даже связь получилась. Я уже писал, а у меня не получалось. А потом сегодня я думаю, дай-ка я не на русском, а попробую латинскими буквами напишу, и слышу, тут У должно быть как эпсилон, и поставил раз, и получилось. И я еще что хотел сказать, если вам какая-то нужна помощь, вы пишите мне, и я это что-нибудь буду предпринимать. Нет, ничего нет. Я просто благодарен чем-то Богу. У нас все есть. Нас Бог обильно благословил. Вы знаете о нашем путешествии через Турцию до Лиссабона, а Владивостока. Видите, как Бог располагает. Вот нам говорили, ехать нельзя в Чечню, Азербайджан. Я никого не оспариваю, но с нами было все по-другому. Нам все помогали. И мусульмане, и чеченцы. Видите, как. Бог открывает. Я верю в это, я верю. Я вам только желаю здоровья, чтобы как можно больше вы протянули. И чтобы вы тоже понимаете, если вас не будет, вашей деревни не будет. Будет, будет. Это, наверное, и у нас сейчас из Германии будет. Один армянин просится из Германии. Так что у Бога все по-другому. У нас не будет нас, еще лучше будет. Люди думали, убивают Стефана. Стефана убивали. Люди великий плащ сделали. Но никто не знали, что тут рождается великий апостол. Павел. Да. Но я желаю вам все равно стоять очень. Ведь Степаненко тоже говорит, чтобы мы как бы оберегали вас. Как бы он говорил, как бы, ну, я не знаю теперь как же он выразился. Ну, в вашей церкви, он сказал, вы его оберегайте, остерегайте, его могут убить. Но он правильно говорит. А он-то сейчас еще, он еще... Он сейчас, там он его, сейчас в Томской епархии его гонят. Его просто бьют там за то, что он к нам приехал, принял крещение, и что за меня заступается. А он же был руководитель миссионерского отдела Томской епархии. Да, да. Но этот он из-за какого-то слова что-то выразился на букву «Б», и поэтому его сняли, да? Да, да, да. Я о нем ничего не знал. Когда мне указали, я посмотрел, он прав. И я ему написал, что слово литературное в словарях, по-церковному это слово употребляется в богослужении даже. Это его сделали таким словом. Ну и вот так мы... Я увидел, он бреется и в галстуке. Я говорю, это масонское все, не надо делать-то. Он говорит, больше не будет. Ну и постепенно вот так в прошлом году он приехал, принял крещение. И там вы видели, как погружается он... Говорил на костре. Да, у нас, да, 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 да. А люди, которые нападают, они не понимают, что венец сплетают. А первую это чудом я попал. Я всегда на Ютубе всегда ищу староверов. Фильмы. Потому что нечего смотреть. А у меня есть время, и я всегда учу, и Божье Слово слушаю всегда. Особенно проповеди. Больше всего мне, я не могу, я голодный на эти проповеди, да, эти все примеры, я просто жажду их, слушаю и слушаю без конца. А тут раз, и на староверах вышли вы, я включил, и попалось первое, самое первое, что я смотрел, это когда украинцев вы ждали в свою деревню, две фамилии вроде как. И шла уборка территории, то и другое. Вот от этого я начал смотреть, и постоянно дня не проходит. Радость большая. Жену уже приучил.
Она сейчас вон тут пекет на сегодняшний день. И она тоже теперь... Моя жена муслим, а мы все равно мы слушаем то, что надо слушать. Ну, вот, большое спасибо. А вы знаете, что на нашем сайте... У вас стоят... и так времени не хватает. На нашем сайте, я вам в конце сейчас под сайтом скину наши все параметры, что там три фильма о нас снятые государственные. Вы видели их? Три фильма. Один я видел. Причувствие. Один видел. Причувствие Златоуса Спасителя и Крещение Руси. Да, скиньте. Ну, я вам скину, вы там посмотрите тогда. Скиньте. Да, прямо с осадкой. Я сделаю обязательно, обязательно. А вот я немножко вам скажу по-немецки. Zogat, Zogat, вот, die Welt geliebt, dass seinen Sohn gab, auf der, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Дорогой Господь отдал своего Сына Единородного, да, за, дабы всякий за верующий нас, в Него не погиб, чтобы мы имели жизнь вечную. Добрый день. Всего хорошего. Добрый день. Спасибо большое, отец. Спасибо большое. Если ваших будут знакомых желание побеседовать, то вы можете собрать сюда людей, и мы побеседуем, я могу ответить на их вопросы. Хорошо, я попробую моего брата пригласить. Все, ну может друзей своих там, единоверцев. До свидания. Все. Да. Мы православные. Спасибо, до свидания. До свидания. Вот как Господь сделал. Молодец. Спасибо.